суд города Рештата. Я хотел, чтобы поданные документы были поставлены печати, эти документы. 2021. Без печати. Без печати. На поданные документы не были поставлены печати. Это уже является нарушением закона, потому что в законе стоит, что каждая организация обязана ставить печать для того, чтобы иметь доказательство, что документы зашли в организацию. По закону, каждая легальная организация в Германии обязана поставить печать о том, что документы зашли в данную организацию. Muss oder sich aufgrund der Bestätigung über Möglichkeiten einer Anfechtung Klarheit verschaffen will. Begründung zu Paragraph 33, zweiter Entwurf. 37 und zu Paragraph 125. Указаны параграфы, по которым эти документы подтверждают, что они по параграфам. Es dürfte jedoch ein wirtschaftliches Interesse ausreichen. Официально принятые закон. Strafgesetzbuch, Kommentar, Dreher. Ja, Missachtung oder Nichtachtung gehört zur Beleidigung. Неподтверждение того, что документы зашли, уже является нарушением закона. Закон регулярно нарушается. Подтвердили, что в Германии существует расизм. Был и есть. В этом документе сообщается, что каждая легальная организация в Германии обязана поставить Eingangsstempel, входную печать. В противном случае, если печати нет, обязаны написать имя разборчивого и дату, когда было принято. Бумага. Если же этого не происходит, обработка документов затягивается на месяцы, а может быть и годы. Чтобы предотвратить ожидание, это законная процедура, которая действует на территории Германии для всех легальных организаций. А также вам должны дать копию с печатью или с росписью того, что документы приняты определенного числа и кто их принял.